Всем привет, ребят! Ну что, я уже в Кыргызстане, я уже в Бишкеке, на своей родине. Думаю, немножко вам поснимаю некоторые какие-то интересные моменты, если мы куда-то будем ходить, что-то делать. Вообще, мы на этой неделе в субботу-воскресенье планировали поехать на Иссык-Куль, на южную сторону, в Каракол. Погода немножко подводит, а в воскресенье вообще дождь передают. В общем, холодно. Планировали мы экскурсии, много чего посмотреть, походить, но погода не позволяет. Когда мы летим домой? 26 мая, у нас самолет, мы улетаем. Поэтому суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. 5 дней. 5 дней, чтобы где-то здесь походить, погулять, что-то поделать, как-то себя развлечь. Сегодня пятница, снимать я вам буду каждый день понемножку и... сделаю это все одним влогом. Мне кажется, многим будет интересно. Может быть, кто-то не знал, откуда я, где моя родина. Я из Кыргызстана, город Бишкек. Есть у меня дела, которые мне нужно закончить, поэтому сегодня мы с утра уже в 7 часов, в 7:30 мы уже поднялись. Поехали по делам, были в центре города, были в ЦУМе, были в ГУМе. В общем, купила я себе сим-карту на неделю с интернетом. Поехали на Артасайский базар. В общем, кто живет в Бишкеке, все места эти знает. Лысею, что ли, не пойму, что такое вообще? Почему у меня залысины какие-то? Господи. Лысею. Вот остановились мы у моей подружки. Вчера ходили в парк Антымак, катались на велосипедах, взяли в аренду. 3 часа мы катались. Вот, вечерком пошли погуляли. Может быть, кому-то повезет, может быть, кто-то меня увидит, встретит. Вот, буду очень рада. В общем, да, про базар-то рассказала. Мы зашли на базар, купили клубничку. Так много клубники. Сезон пошел. Вот, купили мы ведерко 3 килограмма. По-моему, уже пол ведра съели. Очень вкусная клубника. Он его попробовал, ему очень понравилось. Он такой сладкой клубники никогда не ел. Я сейчас буду кушать зеленый борщик. Такую вот клубничку мы взяли. Очень вкусная. Представляете, даже вот это вот зеленое, вкусное, сладкое. У нас продается вот такая красная клубника, но она вообще не сладкая абсолютно. У наших друзей вот такая вот кисонечка, тоже мейн-кун. Видите, какие у него ушки, кисточки. Девочка. Ася зовут. Ася. Асечка. Красавица, у нее такой хвост пушистый. Такая девочка. Спокойная, не то что наш бандит. Спокойная такая. У них еще и ежик есть, потом покажу ежика. Маленький ежик у них живет. Малышка. Она так понравилась Леву, что он ее захотел забрать к себе. Все, говорит, заберу с собой, повезем к нашему Фильке. Да, Асень? Документы у него есть, все есть. Покупаем перевозку и увозим. У нас тут дегустация проходит. Вот он, дегустатор по имени Лева. Так, что мы будем пробовать? Мы сегодня пробуем квас. Мы уже попробовали аралаш. Вот это вот, да, для него очень странный вкус. Он не особо понравился. А квас вкусный? И кому ты сина сука? Он говорит, как чай без сахара. Квас. Ну-ка, да, я попробую чай без сахара. Хорошо, и вот такой вот салатик мясной с огурцами. Так, корейская капуста. Хотела сказать, корейская капуста, это корейская морковка. Да, вкусно. Она должна немножко остренькая быть. Она острая. Ну? Она. Думает сейчас. Че? Пика. Да, Poquito. Немножко, да, острая. Угу. Poquito. Пикачу. Пика-пика? Дашь мне девушку, пожалуйста. Там рыба. Угу. А? Вкусная? Понравилась? А теперь вот это. Винегрет. Там соленая капуста, он соленую капусту не очень, конечно, понимает ее вкус. Не забыла надо. Ну как-то нет вкуса никакого. Не чувствует вкуса. Морковка все перебила. Следующий салат. Соля окун туда. Все сразу, и мясо, и пепино, и туда. Вместе. Вкусно? Реакция есть. Это больше всего понравилось. У нас это каленте. Нет, это холодный салат, да? Ну, салата фрия. Это muy bueno. Это больше понравилось.
Самый любимый хлеб у Лео, кстати, здесь вот, да, местный, лепешка. Лепешка. Он первый раз, когда попробовал вообще. Лепешка. Хочу такой хлеб. Лепешки вообще. Хлеб. Угу. Хлеб. Так, мы приехали показать Лео Белый дом. Нет, фонтаны еще не... Когда их включают? Вон там парк аттракционов в июне. Вообще красиво, да, тут прям это фонтанчики, если... Пока не работают фонтаны. Вот он, Белый дом. Нравится? Си. Тут раньше забор стоял, теперь нет забора. Сейчас будем фотографироваться. Ты быстро? Цветочки посадили. Красиво очень. По кругу пройдемся, прогуляемся тут. И потом мы пойдем вон туда, в музей. В музей пойдем. Все, мы пришли. Мы уже на площади. Идем сейчас в музей. Не получилось. Санитарный день, да? Понедельник прям, когда нам надо, именно. Не в любой другой, именно сегодня. Ладно, пойдем прогуляемся тогда. Можно в парк пойти, мы хотим его заставить на чертово колесо, а он боится. Мы его заставим все равно. Мы пришли. Таслисто? Ну. Он боится, он не любит такое вообще. Но мы все равно посадим, все равно посмотрит на город сверху. Все, поехали. Лео нервничает. Все хорошо. Слышишь, красиво. Да, весь город посмотрим. С высоты. Надо было приехать после этого прилета вашего сюда, сразу город посмотреть. Может, это мы сидеть. Ну, мы пока еще не совсем наверху. Все, мы на самом верху. Лео еще живой. Держится за голову. Красиво. О, как высоко. Хотели купить Маркоши пирсинг, но не нашли. Нужно пойти куда? Тысяча мелочей надо пойти. А тут тоже проколыши. А, это мы оттуда же вышли. А, точно. Ну ладно, все тогда. Пойдемте. Мы вниз пойдем? Да, пойдем через вниз. Этот. Угу. Через другой проход. Водопад. Водопад в торговом центре. Это только в Бишкеке. Мы пришли покушать, проголодались. Вау, прям фотозона. Где это ты? Красивый дизайн. И там даже есть, ух ты, голова этого быка. Так, нам наверх. Идем наверх. Все. Присели, еще лимузин. В лимузин не хочешь, Лео? Лео, а я. Адентро? В лимузине можно кушать. Будем играть в Ага, красиво очень. Ну что? Столы такие. Красиво. Принесли тарелочки. Вилочка и ножичек, да, так понимаю. Все аккуратненько, красивенько. Еще нам принесли салатик морской. Морепродукты. Будем пробовать. И принесли сок. И это педисти? А? Это педисти ту? Си. Приятного нам аппетита. Будем кушать. Принесли вот такую вот мяску. Стейк, картошечка. У Лео тоже мясо, картошка. У Саши тоже. Не ешь пока. Пока не засняла. Все, и тут хлебушек. С
все, приятного нам аппетита. Так, ну что, поели? Теперь можно и поспать. Теперь можно и погулять. Вернемся, не знаю когда, на следующий год, на это красивое место. Там для деток батут. С детками надо сюда приехать. У нас дубль 2. Пришли в это музей. Вчера не попали, пришли сегодня. Без музея не уедем. Погода хорошая. Да. И включили, кстати, фонтаны, потом пойдем посмотрим на фонтанчики. Национальный исторический музей. Пойдем покажем юрту. Я все надеюсь, что там юрта есть. Ходили в музей. Ты густо лел? Понравилось. Очень интересно было. И мне тоже посмотреть. Всем было интересно. Жалко, в юрту нельзя было зайти, но мы так посмотрели. Aprendí algo. Да, много чего понял, узнал. Историю. Все, теперь нам нужно идти к ЦУМу. У нас дальше много дел. А вчера фонтанов не было, сегодня уже есть. Вчера было прохладно, поэтому, наверное... Так, мы тут зашли в канцелярский магазин, выбираем тетрадочки девчонкам и мальчишкам. У нас такие не продают, поэтому мы отсюда привезем. Мы уже взяли такие, вот я взяла девчонкам вот такие, и еще вот такие вот прикольные, вот такие со всякими вместо ой все 1000 букв. Вот терпение и труд, все, я устала. В общем, я сейчас понаберу. Намного дешевле, чем у нас. Максу взяли машинки, ну, чтобы они дома просто писали. Нам в школе они не нужны, конечно, но они будут дома. Это что такое? Биткоин. Это этот блокнот. Блокнот? А, это папа хочет взять. Лео хочет взять такой. Нам нужно еще нашей бабуле взять какой-нибудь блокнотик. Очень красивый все. У нас такого, конечно, нет разнообразия. По ценам прямо это можно альбомчики для рисования тоже взять какие-нибудь, вот эти вот, Лео, вот это вот для Макса можно, Парпентар Максу можно взять альбом, Каролине тоже можно что-нибудь взять, вместо футболки панда не было футболки. Ну сколько тут листочков, это он тоненький. А есть баскетбол? Баскетбол, вот Ксюша баскетбол нравится, посмотри. Вот пандочка тоже ей нравится, этой Каролине панда нравится. Енотик, зайчик.
альбомы для рисования. Сколько они тут? По 35 сон. Уж зайку взять, Каролин, Лео. Да, Каролина. Так, вот еще тут разные блокнотики. Это что такое? Вообще красота. Сейчас как наберу. Самое главное, чтобы перевеса не было у меня. Вот еще тетради. Обалдеть, такой прям этот. Выбор просто огромный, глаза разбегаются. Хочется сразу учиться, хочется здесь. А у нас такое все скучное. Ну, ты видела, да? Тетради какие-то. Каролина тоже блокнотики любит. Разные. Вот такой вот можно ей взять. Мы пришли уже с базара. Взяли ведерко клубники. Уже вот вторую чашку едим. Напоследок, перед отъездом. Надо наесться клубники. Что у нас там еще осталось? Клубничка очень вкусная. Завтра летим. В 7 часов утра. В 7 часов утра нам нужно выйти из дома. Сегодня отдыхаем. Вечером пойдем посидим в кафе, покушаем суши. Да? Суши. Мы хотим. Суши? Да, хотим суши. Мы думали в первый день, когда прилетим, пойдем в кафе суши кушать. Но нет, суши. Не получилось. Идем в последний день перед отъездом. Приветик. Так, ну что? Мы пришли в Империю пиццы. Говоришь со мной? Супер сыр, давай еще. Да, заказываем пиццу и заказываем суши. Потому что Лео приехал сюда покушать суши. Много суши. Не, мы вот эту взяли. Почему? Они не те же. Взяли вот эти жареные и взяли простые. Ну вот эти. Все, приятного аппетита. Пиццу принесли, суши ждем. И лимонадики. Очень красиво делают. С тобой. У тебя другой стаканчик. Да, у меня вот такая кружка. У Лео лимонад, лимон. Прикольно. Так, все, принесли нам суши. Суши-роллы. Это какие, фриты? Да, это жареные. Какие твои любимые? Вот эти? Да. Нам дай. Ну-ка, пробуй. Вкусно? Хорошо. Запрягла? Пойдем в парк Южный сходим и домой. Ну, Южный, вот это, которая вот башенка такая вот наверху стоит там. Не надо! Как он называется? Южные ворота, да? Да. Южные ворота парк. Здесь часто гуляли с Каролиной. Часто гуляли с Маргаритой, с Ксюшей. И с вами. Со всеми. Да, Лео был здесь один раз. Он приезжал к нам, да. Здесь он был один раз. Вот.